Правила игры застройщиков и жителей должны быть честными, считает депутат городской думы от Компартии Алексей Масленкин. Он предложил создать рабочую группу по изменению правил землепользования и застройки. Группа будет состоять из представителя думы, мэрии и общественника, например, жителя близлежащего к застройке дома. Задача максимум – прийти к консенсусу и принять выгодное для всех трех сторон решение. Кроме того, рабочая группа должна будет пересмотреть все выделения земли за последние 3 года. Не знаю, даст ли заднюю, но хотя бы мы посмотрим состоятельность выделения этих участков, то есть документальную базу, соответствует ли это в том числе антикоррупционному законодательству. То есть работа, ну, если все будет правильно сделано, то у рабочей группы серьезные перспективы по упорядочиванию выделения земли.